Все бегут на Собер. Именно под таким девизом в минувшую субботу прошло 11-е открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». В спортивном празднике приняли участие более 100 человек из разных уголков Краснодарского края. Город Новороссийск, Сочи, Краснодар, Геленджик, Горячий Ключ, а также Динской, Красноармейский и Тимашевский районы. Для начала спортсменам предстояло пройти регистрацию и получить необходимые для забега вещи, порядковый номер и специальный чип. Хорошее настроение перед стартом всем участникам задала энергичная музыка и лотерея с приятными призами. С напутственным словом выступила первый заместитель главы администрации Северского района Марина Наумейко. Я уверена, что здесь собрались люди, которые всегда выступают за здоровый образ жизни и всегда являются ярким примером бодрости духа, закала, вообще хорошего, позитивного жизненного настроя для наших маленьких и подрастающих людей. От имени главы муниципального образования Северский район хочу передать всем обязательно самых добрых слов напутствия в вашем сегодняшнем нелегком забеге и обязательно побед. Погодные условия в день забега оставляли желать лучшего. У подножия горы Собер шел дождь, а на вершине выпал снег. Однако спортсменов это не остановило. Мужчины и женщины, молодые и в возрасте, все они преодолели дистанцию 6 километров, несмотря на дождь, грязь, холод, слякоть и снег по колено. Некоторые участники даже слепили снеговика на финише. Периодически прям на голову падали вот эти вот. Было мне очень приятно, на самом деле. Но сама дистанция интересная, вот постоянный набор. Особенно последних 2 километра, они прям такие тяжелые. Все время в горку надо бежать. И было непросто, на самом деле. Довольные и счастливые спортсмены вернулись к подножию, чтобы получить заслуженные награды. Первым финишировал Роман Бондаренко, за ним Ставрий Каледа и Евгений Королев. В своих возрастных группах каждый из этих спортсменов зашел на высшую ступень пьедестала. Всего победителей забега 17 человек, а в общей сложности наградили 50. Особенно горячо приветствовали самых возрастных участников, это категория 55+. Воля к победе у этих замечательных людей потрясающая. После награждения спортсмены отметили победу вкусным и горячим обедом, который приготовила благотворительная организация «Благость». Забег показал, что спортсмены и любители здорового образа жизни не боятся непогоды и готовы покорять не только горы.